Посмотрим, что на этот раз приготовила Назия Давлатова. Мне очень нравится танцевать. Я участвую в этом конкурсе, чтобы показать себя. На сцене я покажу фольклорный танец, который готовила дома вместе с мамой. Эта маленькая девочка, она действительно, я думаю, что может, если правильно ее подготовить, она может удивить. У нее большое будущее. Маленькая звездочка с большими амбициями, Назия Давлатова! Ай, молодец, привет, привет. Ты довольна выступлением? Да. Ай, молодец. Давай послушаем, что же скажут наши судьи. Друзья, я видел прошлое выступление ваше, которое проходило в Душанбе. Действительно, ты смогла зажечь зал. Сегодня ты справилась, я так думаю, со своей задачей. Номер был хороший, скажем так, не отличный, но хороший номер. Спасибо тебе. Рахмат, Назия, рахмат. Спасибо, Назия, увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.